В Гомеле зажгли рождественские звезды. Открытые республиканские соревнования по дисциплинам современного пятиборья прошли в областном центре. Около 200 юных спортсменов из Беларуси и Украины соревновались в биатле. Это плавание и бег, а также триатле. Эта дисциплина включает в себя плавание, бег и стрельбу. Возраст участников от 9 до 17 лет. Самые младшие в бассейне преодолевали дистанцию в 50 метров. На беговой дорожке 800. Старший, соответственно, 200 и 2400 метров. Рождественские звезды – турнир в некотором смысле имиджевый. Популяризация современного пятиборья среди детей и молодежи – одна из главных задач. Кстати, в числе участников много тех, кто впервые пробует свои силы в пятиборье. В основном это воспитанники отделений плавания детских спортшкол. Популяризация этого вида спорта. Дети многие с плавания, чтобы они посмотрели, увидели разнообразие, какое есть пятиборье. Поэтому я считаю, что нужный турнир. Будем его стараться проводить ежегодно. Команда из Украины приехала на турнир в Гомель в небольшом, но очень сбалансированном составе. Всего 9 человек. Это не помешало им собрать богатый медальный урожай. Гости увезли домой 6 наград. Конкуренция большая. Мы были полгода назад в Бресте, был этап тоже. И в этот раз конкуренция, ну, не знаю, процентов на 30 лучше. Удачно выступили и хозяева. На счету спортсменов из Гомельской области 14 наград. На пьедестал почета поднимались спортсмены из Гомеля, Речицы и Светлогорска.